Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэм, и со мной сегодня... мой стикер. Его зовут Гоша. Не обижайте его, пожалуйста. Мы сегодня будем реагировать с вами на анимации в Майнкрафте. И дело в том, что я вам говорил то, что теперь реакции будут выходить на втором канале, но я решил снять еще одну реакцию на этот канал, потому что они вам безумно нравятся. И если все-таки вы хотите больше видосов, где я что-то смотрю и на что-то реагирую, то переходите по ссылочке в описании. Там уже практически 30 тысяч подписчиков. Ну а мы... начинаем. Будем смотреть, значит, сегодня анимацию про Майнкрафт. Поехали! Надеюсь, она будет смешной. Где-то глубоко в аду. Куча-куча лавы. Вижу гастов, ага. Так, это вот этот вот лес из новых версий. Портал. Так, что сейчас произойдет? О боже, это Стив! Свинозомби загорает. Видимо, там достаточно тепло. Однажды, когда-то давным-давно, когда я еще не снимал Майнкрафт, я также заспавнился. У меня была куча предметов, и чтобы вы понимали, я выхожу из портала в ад, как ни в чем не бывало, и все, теряю все свои вещи. Больше в тот мир, по-моему, не заходил. Ужасная история. Кстати, попью, пожалуй, воздух из кружки градуса. Потому что моя на кухне, я забыл ее сюда поставить. В общем-то, неважно. Погнали. Вкусный воздух. Тараканчик. Ладно. О, гастик. О боже. Нет, чикены. Макдональдс? Почему? Подождите. А в теории Гаст вообще может попасть в обычный мир через портал? По-моему, нет. Он слишком маленький для этого. Ну, я имею в виду портал. Добыли луну? Ну да. Появилось солнышко, все монстры погибли. Понял. Так, он пытается удать скелета, и теперь он иссушен. На что он рассчитывал? Он взял маленькую свинку, чтобы добыть кучу голов, и они все попадали на песок душ. О, господи, это, кажется, Визор Шторм. Ему жопа. Корова. Что, он просто снял с нее кожу? А, он, он с этой лавомеркой решил пойти в путешествие. Черт, кажется, она померла. Золотые штанишки. Что? А почему они на него напали? Он же надел их. Это смешно. Нет! Он падает в лаву! Вот как-то так я и падал. Кто его спас? Алекс! Конечно же! И тут они увидели друг друга. И Алекс раздавили? Ладно! Вкусный воздух. Его просто отправят в верхний мир, да? А, нет. Он... лопнул. Ладно, время переходить к следующей анимации. Как же вкусно, я не могу. Здесь какая-то у нас история свинки. Надеюсь, она будет захватывающей. Свинка шла себе, шла, грустила. И тут она увидела курочек. Они были вместе. Но свинка была одинокой. Она смотрела по сторонам, видела тараканов и говорила, ну нахрен. Ей стало грустно. И тут свинка увидела свинку-девочку. Они посмотрели друг на друга. Ой, он подарил ей цветочек. Она его сожрет, да? Нет. Они шли вместе,
по лугам, купались в грязи. Если что, я это все из головы выдумываю. Давайте посмотрим. Говорит, смотри, эти облака похожи на нашу семью. Ух ты, как вообще классно! Мне нравится эта анимация! Она точно не смешная, но она миленькая. Они плыли. Тут пришел Стив. И... Хрю-хрю. Он решил покормить их морковкой. И они загипнотизировались. Ой, стандартная музыка из Майнкрафта. Что может быть лучше? Они шли, шли, загипнотизированные. Он просто посадит их в свой загон, да? Потом сожрет. Он разделил их! Где это мы оказались? Провели они так день, ночь. И они просто спали. Я думал, они страдали. Ладно. Нет! Они посадили! Они... А... Вы все поняли? Без лишних комментариев. Нет! У них появился поросеночек! А его он решил пустить на бекон! Какой страшный Стив! И какой бедный поросенок! Вы это видите? Сейчас кажется... Но его должны спасти! А, это он представлял... Господи! Фух! Я подумал то, что это происходит, а это он просто представлял в своей голове, что сейчас будет. Ладно, он должен сбежать, я уверен. Он сбежал! Мне его жалко. Бедный поросеночек. Так, он пошел под дождем в пещеру. Куча летучих мышей! Так, я надеюсь, у него все будет хорошо, потому что он заслуживает лучшего! Город? Окей. Тут этот бешеный маньяк Стив! Смотрите на его глаза, они безумные! По-любому. Он сумасшедший. Нет, ну вы взгляните на это! Он реально сумасшедший! Да. Я аж чихнул. Я ничего не понимаю. Почему он стал... я понял! Он пошел в пещеру с летучими мышами. Его укусила летучая мышь. И он стал Бэтпигом. И он будет мстить. Он отомстил. Ну не настолько же жестко. Он стал злодеем. Он же был таким милым. Так, следующая анимация. Погнали. Снежок. Голем. Или кто это? Кто-то идет. Да, это гигантский голем. Только что это... Что? Нифига себе. Какая классная анимация. Мне очень нравится стилистика. Куда же он держит свой путь? О, там кто-то живет. Это похоже чем-то на аниме «Ходячий замок». Кто смотрел, тут, я думаю, узнает. Как тут уютно, блин.
Один любит рок. А второй нет. Он троллит его. Буратино. Да. Сейчас минус картина, да? А он ему говорит. Вот это да. Получай. А, просто закрыл дверь. Куда же они идут? Что? Вот это сосед! Зачем он его затроллил? Вот я тоже так думаю, ага. Что это такое? Тут сидишь, читаешь, а тебе тут в воду этот самое наливают. Так. Я тоже думаю, что... Это чисто мы с градусом. О, а обсидиан будет сложнее сломать. Так, надо что-то предпринять. Алмазная кирка. О, кажется, алма... О, что? Нет, куча мотык, серьезно? А он издевается над ним. Не, ну он офигел. Да. Зачем вы рушите дом, я не понимаю. Кажется, голему жопа. Микрочикины. Они смешные. Да, голему тяжелее всех здесь. Бедная курочка. Она осталась совсем одна. А, она превратилась в чупа-чупс. Вернее, в мороженое. Ага, голем решил уснуть. Поспать.
Нет! Это угарно. Господи, у них тут вся жизнь проходит уже. А куда все вещи делись? Где все алмазы? Эх, о, что это? Полускелет, полуэндермен? Ладно. А почему у них редстоун подведен к... к печкам? Странно. А, они добыли уголь для голема, чтобы дом продолжал работать! Как они дружно работали для того, чтобы пойти сейчас по своим комнатам и опять начать ссориться. Интересно. Это очень и очень классная анимация. Ребята, я надеюсь, что вам она тоже понравилась. Поэтому, если это так, подписывайтесь на мой второй канал по реакциям. Там они выходят достаточно часто, через день. Возможно, будут скоро выходить каждый день. Ну, а с вами был я, Райм. Всем удачи и всем пока!